Анастасия Серова, учащаяся одной из муромских школ, стала финалисткой всероссийского конкурса «Большая перемена». Он проводится под патронажем президента России Владимира Путина. Девочка объясняет, на победу не рассчитывала, а хотела попробовать свои силы. Начала снимать разные видео. Первое видео было обо мне. Получается, я брала как будто интервью сама у себя. А второе задание же было как раз проект. И мне стало очень интересно выполнять задание. Я как-то включилась вот в это все. Мне понравилось. Проект Настя разрабатывала в команде. Общий смысл свели к обучению подростков азам предпринимательства. По задумке это станет первым шагом, чтобы в будущем участники проекта могли свободно развивать свой бизнес. Из Владимирской области заявки на конкурс подали более 3500 школьников. Но одной из 7 финалистов и обладательницы 1 000 000 рублей стала Анастасия. Деньги школьница решила отложить на обучение в вузе. Основная миссия конкурса в том, чтобы выявить активных, инициативных, творческих детей, независимо от того, как они учатся. Все зависело от Насти. Но просто все дело в том, что Настя уже длительное время работает в школьном активе, ей не привыкать участвовать в различных конкурсах, акциях, и для нее этот конкурс был очередным приключением. Финальный проект Насти оценила председатель законодательного собрания Владимир Киселев, ведь областной парламент особое внимание уделяет молодежным инициативам и проектам. Мы с вами прекрасно понимаем, что, наверное, все люди не могут быть предпринимателями, но тем не менее, вот это предпринимательство, это инициатива, она должна приветствоваться, потому что здорово, когда человек сам себе зарабатывает денежные средства, и когда может прокормиться сам, прокормить свою семью. И это, когда это прививается уже, так скажем, с юношеского возраста, мы считаем, что это правильно. На сегодняшний день во Владимирской области действуют такие площадки, как школа юного законотворца, молодежная дума и совет молодых депутатов. Там социально активная молодежь может реализовать большинство своих идей и проектов. Ольга Ельфимова, Евгения Волкова, Губерния 33.